Наш оператор Валентин Янус и два сопровождающих его офицера пошли к президентскому дворцу, где до этого шли самые ожесточенные бои. Это тут надо бежать, пригинаясь. И петля. Быстрее. Петлять не надо, просто пригнулись и бегом. Вот так и не тащим. У нас дом был, вот. По нему стреляли? По тебе? Сейчас я узнаю, как этот кусок простреливается, блядь. Потом махну или крик. Здесь стоит безопасно. Здесь нормально. Можно сейчас зайти до первой шилки, тут безопасно доходить. А вот дальше там херово, блядь. До шилки. Ну давай сделай так, откуда белый дом видно? Хоть кусочек. Да здесь не видно его. Надо вот в этот дом зайти, блядь. Пятиэтажку? И там, да, и там будет отлично, он на, как на руке, блядь. Так, а пятиэтажка наша? Наша. Это тоже наша. Так, откуда он бьет? Давайте сразу определяемся. Вот между домами, блядь. Вот с того дома хуярит. Вот кончается этот дом через улицу, блядь, с того угла, блядь. Вот то, что сейчас. Так, ну ладно. И стойте здесь, я узнаю все. Сейчас зайти раненый. Давай посмотрим. Наш. Сейчас я гляну, сиди здесь. Сиди, сядь. Сядь. Сядь, нахуй. Так, здесь раненые еще остались? Или приехал уже сосед? Один вот он. Ранен один? Да, один. Ну и пока я говорю. Куда тебе его надо? А что ты не уехал? А мы пока до сюда перебрали. А ты где сидел? Девятиэтажный. Ты шестой роты? А, ты десанта? Да. А что делать, блядь? Ну не продыхнуть не давал бы поехать. Стоим. А так, там уже безопасно. И потом туда обходим справа, да? А? Справа обходим. Я покажу, вот сейчас до этого сарая доходим. Так, Чич. Да, надо прикрыть. Вот эту хуйню прикроете, из-за брони вот сейчас сядет. Да, из-за брони прикройте, блядь, и пиздец. Пол, да? Да. Дай пройду. Так.
Так, теперь сейчас... Привет, Орел, давай поздороваемся. Так, вот этот наш? Должен быть нашим. Ну, так, то десантники его берут, то отдают, то берут, то отдают. И он с того дома у нас долго постоянно. Он с красным, разбитый, да. На мост разминаемся. Вместо зарядки пулемета. Это сгоревшие, да, постоянно то духи его забирают, то наши выбивают их. Десантники приходят, духи ночью заходят за эту с гранатометом мочат по нам. Гранаты бросают по нашим. Потом они отступают, сейчас вроде десантники опять забрали. С Белого дома вот с этого, или с дворца постоянно ведется огонь, пулемет. И они простреливают прямо вот этот наш весь квартал. И мы вот постоянно, сколько их не выбиваем из подствольников, пулеметов, но все равно не берем. Вот этот конференц-зал... Пристройка маленькая. Так. Откуда подбили мою БМП? Она первая шла. Даже вид. Да там можно сюда выглянуть. Ага. Вон, выгляните. Вот на здание катается, все сожжет. Нет, там нормально, сейчас они не стреляют. Только мы сюда вклинились, они подбили передовую машину. Экипаж, правда, целый остался. И вот эти вот танки нахуй стоят. Стреляют немножко. Ну дай-ка пулемет сюда. И вот они постоянно стреляют, подбили у нас машины, правда, наводчик не спасся, загорелся, боекомплект рванул сразу. Так, куда снимать? Ну вот это переходящее здание, вот там дальше красное здание, оно паршиво, тут видно. Ничего, я наезжаю оптикой, нормально. Ага. Вот это они постоянно оттуда снайпера и гранатометчики стреляют тоже. Ну а что, здесь в принципе не скучно, нормально, весело. Да, да он уже замучил этот пулемет. Саша его зовут. Как ты должен зазвонить? Зам командира полка, подстраховка. Вот все эти точки, которые я прошел здесь в Грозном за один день, да, я очень благодарен и считаю его одним из авторов того фильма, который когда-нибудь может состоится. Спасибо им большое. Он провел меня по самым горячим точкам, может быть, и по самым, но для меня горячим. Я впервые так в такой обстановке, где очень трудно, страшно, но я горжусь, что у нас есть такие солдаты. Через несколько минут после этого оператора телевидения Валентина Януса и гвардии майора ВДВ Александра Осадчева не стало. Они погибли от пуль снайперов почти одновременно. Около БМП остановитесь. Присядет, понял, да? Вот этого? Да. Значит так. Мы бежим вот этой трубы, видите? Труба, да. Видите? Да. До трубы за БМП, потому что там бугорок, там оттуда прострел. Хорошо. Садитесь за бугорок. Мы все туда собираемся, а потом я дальше... Хорошо. Пригнитесь!
убил меня. Он убил меня. А? Он попал в меня. Сейчас, тихо, не надо. Куда? Куда попал? Я сам побегу, побежи. Куда попал? Я добегу туда сейчас. Подожди, надо бежать. Надо уйти отсюда. Ай, все. Он убил меня.